Добрый день. Конечно, на стадионе Старт, рядом с Солдат, где в полуфинальном матче предсезонного турнира Свердловской области 2019 встречаются команды Металлург МТМК-2, ставлены из игроков Уральца и Спутника 2002 года. И команда Горняк Евраз, город Качканар, в черной форме. Главный судья матча Антон Трофимов. Помогать им будут лайнсманы Синтайн и Вячеслав Смоховьян. Погода настроилась ко второму полуфиналу. Вышло солнце из-за туч. Цитви, второй полуфинал. В первом матче победу одержал ТМК Металлург. Была проиграна команда Титан. Вот верхний солдат с счетом 1-0. Сейчас нам предстоит узнать второго финалиста. Лёха! Нам не выходит. Сусин, Глеб Калинюк, слева Вас Мольников, в центре Сандр Шмельков, Сахарнимов, справа Кугинов, в защите слева Арепев, в центре Карагаев, Валерий Ильфасов, Илья, и справа в обороне будет действовать Шамсугалиев Сергей. Игра началась. Лесно она пошла с ним дальше на лес. Стой.
Валерий поборолся. Свет набирает скорость по правому флангу. Защитник в подкате. Вызывает порыв. Дальше. Отличный отбор. А центр за никого не оказалось. Нарушение правил. Опасная игра. Опасный стык. Желтую карточку получает Александр Алимов. Пешков, тренер команды МК-2. Подсказывает здание Бродки. Отличный Евгений Карпенко. Подача. Где выиграет воздух? А вот разбирает горняк. Пустая фраза. Играет с ключами. Михаил Галиуля. Выполнил сейчас штрафный удар. Попытка пробить поворотом. Стенка блокирует. Ну тут это мне еще передачу просто на ложном замахе. Длинную жаму, ну сюда! Отлично, отбор. 3-3 идет атака. Но ошибка с передачи. Прошу под центр. Переходит в разу. И нарушение правил. Карту! Классно, штрафной. Выполнил итоговый КНТМК 2. Лёха, это не Ваня! Чё ты там на футболе? Отпусти!
Саралимов бьет. Ближний угол. И точно. Заброс в профан. Отличный финт. Так, а по диафангу. Все-таки искать мяч за пределы поля. Класс, можно. Все назад. Не, правильно, тот гол же дурак. Хороший пас в центр, где Калинюк с мячом. Перевод на фланг. Отличный дриблинг, удар и угловой зарабатывает. Влад. Леха, куди! Останьте, встали, Али! Повторно угловой. Хорошо, заброс на левый фланг. То есть сохранить мяч, Гребенько. Удалил удар. На дриблинге не получилось. Александр Захарсон, автор от мяча. Александр, как получилось так забить? Случайно попал. Садись в этот угол или в другой? Да нет, ты что, метил, конечно. Метил, который... Все было запланировано. Демонстрируют тут и тут. Пас-центр.
тут Степан уже. Хорошо настроен игрок. Смольнов пытается сыграть с партнером, не точно. Раз начинается вот так. Положение в игре. Разрез. Голкипер выходит. Ворота пустые. Пас. Даже была попытка пробить, не точно. Хорошо, пас на Глеба, играет в стенку. План отлично разворачивает. На левый фланг переводит, подсказывает игроки команды. Полукрытым ИК, что можно было уже пробивать. Хорошо, пас разрез, Михаила. Я вот так вот играл, я два года отыграл бумаг и два года отыграл. Мне кажется, вот Лёд передача вперёд. Степан пересингует. План точно принимает. Пас в центр, не точно. Удар. Данил справляется. Удар. Мяч у гипера. Хороший вот мяча в игру. Здесь он скрылся, набирает скорость по фангу.
Вес на дальнюю только. Вот. Прыжки. Их Галиудин удается пробивать пасмы. Молодец. Сука, подача, борьба и нарушение права фиксирует Антон Трофимов. Нападение. Вечер навязывает металлурги. Дает быстро развить атаку. Влад перехватывает мяч. Получает повреждение. Все в порядке, Влад. Будет продолжить встречу. Александр Римов, мяча. Удача. Прямо в руки голкипера. Там, Леха, там, давай тогда! Ближе! Садись, не надо! Давай, лезай ему ногами! Ой, вот и угол, все! И заработали головой. И по утке. Головой удар и пойдет. Было очень опасно. Сергей Шамсугалиев пробивал. Чуть не пробивал Сочи. Остается 5 минут. В первом тайме. Преимущество металлург ТМК. Спокойно, Даня, спокойно. Дали больше опасных моментов.
Отлично действует в прессинге. Валерий Карга, пасу назад, Данила. Высокая свеча такая. И мяч снова. Данила Домоска. Гарнитку выйти из обороны, контратака. Мяч подкидает поле. Хороший пас, типа постреляющий. Ты можешь, я тебе, может, просто прострелю к воротам, и ты сделаешь это, типа, только сами потом все умеешь. Я тоже могу сделать. Спам принимает мяч. Принимает мяч своей команды. Нет, все-таки приходит два раза. Пава выполнить аут. Отношение правил. Валерий Карагаев. Спалю. Галюнин, подача вперед. И из пустых ворот выносит мяч защитник. Сделал-то Сергей Шамсугалиев. Мандал Металлург МТМК. Для финальной игры. Мы против третьего урать, когда на последних минутах 4-3 выиграли. 4-3 мы выиграли. Тогда чувачок хитрик нам оформил. Один. А, нет. Один твой, один. Снова старт выполняет Михаил. Долго удалось отбиться. Вам удалось выиграть единоборство. Еще удалось. Хорошая скидка. Это прям все было перед собой. Ближе там! Выйди, еще! Ты тоже ходи! Куда пошел? Гелиулин выполняет отличный пас, разрез, попытка пробить до него, дал кипяточку. На угловой. Время уже закончено, первый тайм, я, похоже, даст выполнить стандарт. Пошел, сам,
Это масса. Там заканчивается счет 0-0. Большая пауза. Вот там начался. Я достался, сюда банк. Смотрим, с мячом. Заброс на Степана. Один, проходит. Убирает скорость. Пас под удар. Но он в той зоне никого не сказал, что пробить касание. Удар! Мимо! Лацмана прыгал. Кипера. Отлично будет ничего. Пошел с передачи. Удар. Еще раз. Удар. Все, подкатка. Сон, два проема с Ивом. Пошли растянку. Тоже накрыли вдвоем. Один! Один! Ай! Данил будет мяч в играх. Я пошел назад. Пасный фланг. Но чуть не точно. Ой, вещик. Ваниты. Это славянский. После танца на сегодня дома. Просто пришел поболеть.
на хоккей, оказывается. Игры была зафиксирована. Лайсманом, Вячеславом, Смоковдином. Хороший заброс. Передача, но... Это за них никого не оказалось. Удар, мяч каким-то чудом в ворот не попадает. Кого ставил? И что нужно сделать? Где-то после двух-трех. После двух-трех, да, как все закончится. Ага. Ближе к нему! Ну не... Да выйди, все, подожди! Да, да. Зону садись, зону! Да, да, пока. Классная такая. Все, у меня голкипер все прочитал. Двигай, пошел! Все, мяч. Замены готовятся, ставим коробку от МК-2. Две пешков и Максим Гвоздецкий готовился к пяти игрок. Покидает поле Глеб Калинюк. Спитанник. Была школа. Верно, солды. И Степан Суслин тоже отправляется на замену. Через стенку. Игроки в разы перехватывают. Пас в центр, вперед на правый фланг. Набегай, Али! Саня, проси! Меняй! Сюда! Хорошо, прием, перевод на левый, Данила. Пас разрез, но взаимопонимания партнера не хватило. Один! Один! Отлично. Молодец, Смольнов. Пас в разрез. Смотри, пас, смотри, низом! На Матвея. Все, получается, но подборе снова металлурги. Thank you.
подача, удар головой. Удар центрировал, не получился. Гориш! Саня! Саня отлично своих мячах. Все свои команды. Валерий, пас в центр. Ошибка с передачи. Движение достаточно. Еще Влад набирает скорость. Вперед на левый фланг. Обратная передача. Там нанести удар не получилось. Хороший пас. Технично убирает, бьет. И гол забивает. Коняк в раз. Чеканат выходит вперед. 1-0. Поздравляет Михаила Гадиулина. Нападающий. Проходит замена, ставя Евраза. Ельмин, Леха! Ельмин! Готовится ответный замена. Не получится, только два. На Матвея. Спицы не удалось. Желание, да, сидел все время вперед. Отличный финт Зидана. Ход. Где? Кто-то Люмин уходил на обманных движениях. Желтую карточку получает для Ярослава. Быстрый розыгрыш. Ставить в восплох. Голкипера не получилось. Шо, Матвей. Суперфанк. Навес. Лазманов отлично уходит, пасует и зарабатывает угловой. Центр. Удар, и Данила Домовский выручает. Отлично действует на выходе.
Лето атака. Это Удгов. Пас следует не точно. Сразу. Пас на момент, нет, выше ворот. Хороший разворот, Матвея. Пас на фланг. Пас в центр. Леда, пас в центр. Александр. Пас назад. Два кипера. Проси, Шири, Лёх, проси, проси, проси! Гений. Вот налево. На флагманг не точно. А двоих уходит. Игрок горняка и зарабатывает. Пас на штрафной. Иди штрафной. Показывает, что нужно ближний угол заключать. Посмотрим. Удар. Понял. Михаил Глюнев. Точно. Yeah.
центр и просто убежали его. Что за брос на лифлаг? Дается. Это лучше выйти. Там так мяч. Короче, пас. Удар не получается. Сыграть 4 минуты. Илюша, поднимайся выше! 4 минуты! Да, блокируется. Борьбу выиграет защитник. Головой. Все-таки положение вне игры было зафиксировано. Максимом Травина. Он вон там был вообще, да? Нет, вне игры было просто. Говори, судья, ты не успел к моменту! Крика с трибуны. Адрес судьи. Там все-таки даже болельщики. Долго ты МК, знаешь, офсайд был. Продолжается. Давай! Положение в игре. Сидут. Стас Маховин. Сейчас. Один! Набирай! Садимов. Пас в разрез на Максима. Удары! Мяч каким-то чудом в ворота не попадает. Отлично, сейчас возможность была забить. Кто пробивал-то? Юр! Кто пробивал-то? Павцев, я вместился в атаку и вот прошу возможность забить. И удар выше ворот, выше стадиона, даже выше голкипера Алексея из Титана. Мяч чуть не в раздевалку. Такая напряженнейшая концовка второго полуфинального матча предсезонного турнира в Свердловской области. Ответная атака. Прострел. Это у нас встреча заканчивается. В финал выходит команда Камняк и Врас. Город Качканар. Металл МТМК-2. Встретимся с командой Титан. Верхний Солдат. Матч за третье место.
пацаны. Закончилась Германия. Предсезонного мира на Кубок Федерации футбола в Берловской области. Среди мужских команд. Евраз, коротко на и Металлург. Счет 1-0 в пользу команды. Горняк Евраз, Горовская. Вот это все. Всем спасибо за внимание. До свидания.